фестивальные встречи для каждого из нас – это не только место, где мы знакомимся, дружим, обмениваемся опытом, но это еще и место, где мы намечаем себе новые горизонты, где мы на самом деле определяем вектор, по которому мы хотим развиваться. Когда мы это сделали, понятно было, что первый акт «Метели» – это более такая, Пушкин – это больше лирика, это любовь, это метель, история. Что касается Гоголя, это больше уже какая-то такая социальная, острая сатира. Первый акт у нас получился лирический, а второй получился драматический. Мне кажется, что самое дорогое, что мы сделали в этом спектакле, мы рассказали его. Вот, например, я считаю, что вот таких вот вариантов не было. Мы рассказали его от лица Маргариты. То есть здесь Маргарита более главное лицо, чем все остальные персонажи. Этот фестиваль, он для меня первый в должности директора, и он навсегда останется главным, потому что мне кажется, что он действительно объединяет сердца, людей, города, континенты, я не знаю, потому что вот сама Светлана Васильевна, она такой человек, у нее дар сводить людей, знакомить их и мутить новые крутые проекты.